Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать, сегодня-завтра, возможно, послезавтра теплицу павильон 6 на 24 вот на этом черноземе свежеспаханном, мокром, липком. Вот. Пока разгрузились. Сейчас начнем сборку. Строим каркас теплицы павильон 6 на 24. Готовятся арки, ставятся, скручиваются. Параллельно подготовили форточки, фрамуги коньковые. Мы продолжаем строительство теплицы павильон 6 на 24. Стены обшили, форточки нанизали. Сейчас будем ставить стеновую дверь. Торцы уже готовы. Форточка, дверь, все обшито, крючки, все установлено, зафиксировано. Сейчас будем стеновую дверь добивать. И пока парни кроют крышу, кто-нибудь пойдет делать форточки. Например, я. Это у нас монтаж теплицы павильон шириной 6. Длиной 24 метра. Начались сумерки. Остальная съемка финальная будет происходить уже под свет прожекторов. Поэтому идем смотреть. Основные моменты уже готовы. Значит, у нас цельная дверь в торце. И рядышком торцевые форточки. Открываются справа-лево. Есть у нас перегородка. Делит теплицу на 3 и 21-метровые секции. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Приемка началась уже. Особенность этой теплицы, она покрыта поликарбонатом толщиной 6 мм. Каркас покрашен полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 150, закреплен к земле, обработан. Тут полнейший чернозем. Идешь медленно. Вот такая вот громадная теплица. Выращивать тут будут виноград. Вот такая вот отличная теплица павильон у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем финальный штрих. Что, хватает длины, Миш, самореза? Да. Все, теплица готова. Ой. Все на своих местах. Все готово. Все, сейчас тушим свет. Сдаем объект. Точнее, наоборот, сдаем объект, тушим свет. Ночные работы, финальные. Идет монтаж термоприводов, вон там из форточки вылазит фонарик, и прокручивание крыши. Подсвет прожекторов, два прожектора освещают у нас теплицу. Заканчиваем, короче.